Орбитальную улицу в южной столице затопило. Под воду ушла проезжая часть и припаркованные рядом автомобили. Видео очевидцев появились в городских группах в соцсетях. В водоканале нашему телеканалу сообщили, что авария произошла на стеклопластиковом водоводе диаметром 1 метр. Сейчас коммунальщики устраняют аварию. На месте работают 12 человек, привлечено 5 единиц спецтехники. Воду у жителей близлежащих домов не отключали благодаря переводу водоснабжения на резервные линии.